Ребята, всем привет, с вами Александр, легенда Дарканмани. Давайте поглянем, еще вчера или позавчера, даже я вот это, вчера, наверное, ну для вас позавчера, вот появились акции, да, я сразу активировал и сразу тут все выполнил, вот этих две акции, в общем-то, было изи-бизи, заработали немножко билетиков, здесь у нас уже все есть, кроме чаровницы, сейчас делаем битву с боссом, качаем нового дракона, ну я как бы, да, тут не шибко далеко, но мне осталось еще два дня, и мне осталось вот этот один круг дойти, и... Как бы, да. Дополнительный, конечно, бонус на этом билет я не получу, за там 5-6 круг. Ну и то, как бы, ерунда. Так. Ну, пикселю хана. И Анубису тоже. Так, это готово. Так пахнет чем-то, шампунем каким-то. Так. Ну, пройдем, тут осталось уже совсем как бы немного, да. Два дня для меня еще остается, так что с этим мы справимся без проблем. Давайте последнего дракона из последних. Это дракон закат. Ух ты, блин, какой-то он гигантский. Смотрите, обычно вот здесь вот где-то до этой вывески голова. Здесь такая голова. Это какой-то мутант. Ладно. Давайте сейчас посмотрим, может что-то у нас по заданиям. Кстати, да, по клановому заданию мы отработали вообще шикарно, ребятки. Дайте драконам еду, давайте вот мы это, короче, сейчас и выполним. Это добро мы и выполним. Забросаем его фруктами, овощами. Да, только выполнилось задание. Ну вот так, пусть будет пока. Ам-нам-нам, ам-нам-нам. Так, закат. Закат. Нет, а ну-ка кормить. Так, иди еще съешь. То ты в кадр не помещаешься, лентяй. Шагай. Вот так вот. Теперь можно, можно прочитать. Шра. Дракон заката рвется в бой, и это значит, викинги вот-вот увидят звезды. Ну да. Пустота, огонь, зелень. Ну, такие себе стихии. 2700 на 16 уровне. Ну, в принципе, нормально. Сойдет, да? Сойдет. Это, наверное, у меня уже заполнились все места. Свободных мест нет, почти нет. Так, а у тебя что по стихиям тут? А ну-ка, есть куда тебе двинуть, двигать? Пансионат только. Это не по приколу, конечно. Улучшить. Давайте улучшим, ладно, пусть будет. Пусть будет на этом острове. У нас какие-то вкачки. Жаль, что легендарно нельзя так как-то прокачать. Ну, хотя мне было бы жалко туда осколок легендарный пихать. Так, с этим разобрались. Давайте пойдем к билетикам. Откроем билетики. 100 билетиков? Ух ты, ё-моё, откуда мне взялось 100 билетиков? 25 чаровниц всего лишь. 43 Зевса. Грусть, тоска, ничего толкового. 54 Зевса. Ух ты, 43. 11 Зевса попалось, что ли? 56. Ну, блин, ну 156 можно? Двойник билет. Зачем нам одинаковые? Ума не приложу. 57. О, 5. 62. А, 62 это Посейдон. Это Посейдон. А вот это что? А, это начало по новому кругу собираться. Закат или что там у нас? Неинтересно. 43. Вот, 44 это Зевс. 45 Зевса. Фигня, тут Посейдона даже на... Вот, по одному, блин, ну что это такое? Ну, оно ж, ну по 100, дайте 3 раза по 100, больше не прошу. Посейдона половину хоть собрал, уже хорошо. 49, блин, ну, ё-моё. Сколько я всего сундуков уже этих открыл, блин, 1500. А толку, из 500 я собрал 1/6. Ну, как говорится, 2-3 тысячи. Ну, надеюсь, может, за следующую 1000 попадется хоть больше осколков. Но собрать техно-Зевса это несколько тысяч надо. От 2, как мне кажется. Двойник, получить билетик.
еще получить билетик. Блин, потому что, ну, нечего, вообще нельзя не продать за кристаллы, ни за деньги, ни за еду нельзя продать вот этих двойников. Нафиг они тогда надо? 67. Ну, хоть Посейдона соберу. Только толку от него, наверное. 53 Зевса, 68 Посейдона. Так. Так, теперь 10 таких сундуков. Блин, о, 5 чаровниц попалось. И хлам. Блин, это настолько хлам, что мне даже, видите, картинка не показывается. Так, последний этот и еще один. Еще один вот этот. 3 карточки Зевса, ребята! 3! Откройте еще 22 сундука, снова получите бесплатные фрагменты. Ну, это мы откроем, конечно. Так, все у нас по нулям. Тут отвоевались. Храна Зевс, 56. Ё-моё. И вот Посейдон. Посейдон. Блин, у него же стихии будут. С водой, да? Я так понимаю. Сейчас уже картинки у меня нет под рукой, я не помню. Чё там по стихиям? Ну, толку, наверное, с него не особо. Атака 74, конечно. Афродиты 77, база. И тут 77, блин. Грусть, тоска меня съедает. Так, что у нас здесь? Вращаем. Редкий сундучок, тоже неплохо. Да пусть хоть кто-нибудь. Не хочу качать, кормить. Пусть будет так. Код дружбы 5B0F59. Если вдруг кто забыл. Блин, у меня тут, по-моему, кто-то есть. Так, а кто это у меня получился? Эпический. Давайте разместим куда-нибудь. Так, это мне что, не хватало еще его в коллекции? Как он хоть называется? Тополь? Топь. А, топь. Ну, случайно получился. Ладно. Это у нас будет символ следующей серии, например. Давайте заглянем вот сюда. Сгинь. Один билетик можно купить за 1500 очков подземелья. То есть 4500 очков, блин, можно потратить. Ну, как бы смысла нет. За кристаллы вообще меня ничего не интересует. VIP-билеты тоже вроде как есть пока что. Эти зелья я купил. А чё у меня... В подземелье, в принципе, можно бы и сходить, как по мне. Так, давайте вот это добро соберем. Вау, так много еды, что я буду с ней делать? Так, а где... А, вот черепушка. Тоже награда просто сумасшедшая. Дракон занят. Ну, понятно. Так, в колдовстве у нас что, 9000 очков пока что. Давайте, может, заглянем вот сюда вниз. Сейчас посмотрим, сколько у нас здесь очков. Заодно. 8500 у меня очков. А сколько мне нужно... чтобы купить к
Кого я хотел купить? Робота. О, ребята, покупаем робота. Окей, у нас есть робот. Ну, в целом, я, в общем-то, все уже тогда купил, что здесь хотел. Это круто. Ну, чародея, ну, может, как-нибудь насобирается, купится без особой нужды. Он точно такой же, как монах. Так, ну что, давайте сходим сюда. Мы тут давно не были. Барсика посмотрим. Посмотрим на барсика. Готовенькие. Так, индукция. Ну, у меня осень теперь уже прокачанная довольно. Раньше она была здесь у меня самая слабая. А теперь все зашибись. Надо посмотреть, что у нас там еще по заданиям. Может, есть задание. Да, в темнице, точно. В темнице. Темница, я там видел задание. Нужно его поставить сюда. Вот это вот задание. Помчались дальше. Ледяной камень на рысь. Факел. Блин, на краешке остался. Ну то нам, в общем-то, пофигу. Все, покойнички. Ну вот зачем он, наверное, вот зачем вот эта атака? Он же по-любому мертвый, у него нет шансов никаких, чтобы его кто-то там оживил. Это надо автоматически сразу завершение боя делать. Зачем это последние удары, ожидания эти? Так, ну и вот так вот делаем. Ну вот это вот как бы зачем? Зачем этого ждать? Вот и... Финиталь камень. Теперь выберем других троих драконов. И продолжим. Ух ты, прикольно, у меня это надо как-то перебалансировать, что ли. Это, раньше у меня это было более сильное, наверное. Это... А теперь более слабое. Тигр, прощай. Блин, так мало забрало жизни. Высосем из нее всю жизнь, из агавы. Агава — это такой не кустик или что-то типа в земле, из которого делается текила, по-моему, да? Ну ладно. Пусть будет так. Хватит тут шарашить. Анубис не любит электричество. Это демонические технологии. Во времена Анубиса был только костер из технологий. Никакого электричества. Фанат. Дракон-фанат, я его помню. Подлечимся чуток. Так, это нехорошо.
сожрем его. Отлично, уснул парнишка. Вот так вот мы шустренько, блин, а черт подери, задание уже давно выполнил. Там сейчас еще небось такое одно попадется. Нет, не попалось, рудники собрать. Готовенько, давайте еще что-нибудь тут посмотрим, что есть. Ну, вроде как все. Жаль, что нет какого-то быстрого перехода в эту темницу. Постоянно вот это столько мороки, чтобы сюда попасть. Так, радуга, энергия. И вот этот, блин, солнце, плазма, или как там ее зовут, этого дракошку. Че, даже что-то ощутилось. Тигр не просто так ударил. И божественный удар. Вообще-то хотел электричеством шарахнуть. Зала, да, это у нас? Дракошка. Уснул, бедняжка. Вот, давайте откроем левый. Ну, вполне себе годная награда. Так, ну, вроде как вот все, ребятки, что хотел вам показал. На этом откланиваюсь. И до скорых встреч, ребятки. Всем пока.